Чародеи, мутанты, богохульники, кобальды. Фу! Красавица, а что надо делать, чтобы вот такая бледная морда была? Только что стиранная, рада весело. Приветствую! Что желает ваша милость? Может, башмачки? От разных пар, правда, но размер один. Ну ладно, показывай, что у тебя там есть. Чего у меня там только нет? У меня каждый что-нибудь отыщет. И дешево. Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно. Огнем!
Не задерживаться! Приветствую! Что дашь в залог и сколько нужно взаймы? А с чего ты взял, что мне нужно взаймы? Так ведь каждому нужно. А тебе-то точно деньги ляжку не жгут. Да я пока не жалуюсь. Тогда, может, посмотришь мои диковинки на продажу? Покажи, что у тебя есть на продажу. Ростовщиком давно работаешь? Еще бы! Начинал вот таким мальчонкой. Помогал отцу и принял после него контору. Не-е-е. Отец принес меня сюда. Оставил под заклад, да так и не забрал. Будь здоров. Приветствую. Продаешь или покупаешь? Не хочешь сыграть партию в гвинт? Приветствую. Не хочешь сыграть?
Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... надзирает. Вот именно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши, кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Уберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. А кто принял заказ? Да я не... Прощай. Похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Из него высосали кровь. Низший вампир. Похоже, тварь была ослаблена, пыталась пробраться по берегу.
Здесь след кончается. Поищу-ка на той стороне. Тушки крыс. Без единой капли крови. Значит, и Тима. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, Волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе, допустим, половина. Так уж и быть, уступаю. Пойдем. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся, а ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! Темницу их!
с ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь... Ты с ума сошел? Что ты творишь? Я тебе все объясню. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Котенках видишь, силой тоже не обижен. Горняки пускадится. Разве что в башню... Милостивый государь, не будешь ли ты столь любезен помочь мне в важном деле?
Чего надо? Я Ростон Мукс. Мне нужна помощь в очень важном деле. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Но нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. За даром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак за даром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Ох, последняя моя надежда. Если у него не получится, я уж и не знаю. Ничто так не воняет, как краснолюдский самогон. А вот и бутылка. Здесь на Мукса напали. Буду теперь следить за каждым твоим шагом.
фонарь под глазом кто тебе поставил? Реданские солдаты. Пес бы их ел, таких разбойников. Тихо, а то услышит кто-нибудь и будет. Ехал я в город свинокурник. Все у меня было как надо. Грамота, разрешение, пошлины выплачены. Вот эта чертова солдатня меня задерживает, а потом говорят, что конфискуют у меня водку. Но военные цели. Ну вот я и спрашиваю, с каких это пор нажраться стало военной целью. Они мне просто морду набили и все отобрали. Угу. Ну ты, не трогай меня! Вон отсюда, страхолюд! Вечный огонь уповаю. Ну и что? Починил? Нет. Сказал, что адресом ошибся, что здесь вареники делают. Тяжкий день. А Йонас божился, что это меч работы Хатори. Гарантия качества. Вот скотина. Тестомес грёбаный. Взялся бы лучше за мечи. Что же его заставило бросить кузнечное дело? Тестомес грёбаный. Взялся бы лучше за мечи. Что тут у тебя? Риданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Гладгерн в моем заведении? Не может быть! Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хатори. Ха! Вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот грёбаный Ван Хорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу.
Сколько же у тебя тут мечей? И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся коллегами. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить... У другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака. А в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя, может, если бы ты помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу.
что можно поесть. Прощай. Желаю счастья. Тебе пригодится. Хамьё повсюду. Добро пожаловать в Семь котов. Самую удачливую таверну. Говорят, даже похмелье. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
Холодно. Да. Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл, потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Сколько ты хочешь за эти документы? Ну, я читать-то не мастер, но я вижу, что это не абы что. Так что продавать их первому встречному не стану. Ты должен отдать мне эти документы. Да, конечно. Может, дождь собирается. Нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть. Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл свои бумаги в карты. Бессовестный тип. Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом Венгерберга. Что-то меня немного занесло. Я напился и, правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось.